Итак, снова с вами я. Мы находимся в Израиле, город Иерусалим, и мы по дороге к одному из мемориалов, посвященным 11 сентября. Он находится в очень красивом месте, с красивым видом, и кратко об этом месте уже по прибытию в него. Мы находимся с вами возле входа к мемориалу. Весь мемориал окружен списком имен погибших. Сейчас мы пройдем к нему и все своими глазами увидим. Посетив это место, можно также узнать, чья была идея осуществления проекта, кто архитектор и многое другое. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим, что там написано. Я вам вкратце расскажу, что здесь происходит в дни, когда его посещают. Мемориал был передан Нью-Йорком, Иерусалиму в знак дружбы. Сам мемориал сделан из останков близнецов, которые упали 11 сентября. Часть здания одного из близнецов, одного из небоскребов, которые упали, находится здесь внутри, за этим стеклом. То же самое, что мы видели только что на иврите, мы можем видеть на английском. Это еще раз подчеркивает дружбу между Нью-Йорком и Иерусалимом. Также мы можем видеть, что монумент был установлен в 2009 году. И мы с вами перейдем на доску с именами погибших. Еще с одной точки мы можем наблюдать, как выглядит территория этого мемориала. Чистая, ухоженная. Люди приезжают. Рядом находится очень красивая парковая зона для прогулок. Велосипедные дорожки, большое разнообразие фруктовых деревьев. Места очень популярные для посещения иерусалимцами и не только. Люди по-разному выражают свою солидарность, скорбь, оставляют свои ярлыки, лычки, приносят цветы. На сегодня наш обзор завершен.